России ужесточат штрафы за нарушение торговли алкоголем. В Росалкогольрегулировании уже разработан соответствующий законопроект и направлен на согласование в Министерство сельского хозяйства. Согласно документу, штраф для юридических лиц увеличится с 200 тысяч рублей до 1 миллиона. В России меняется система выдачи повесток в военкомат. Уклонистам придется теперь сложнее, уверены власти. Сейчас повестку могут доставить любые муниципальные служащие и должностные лица. К примеру, руководство учебного заведения, где обучается потенциальный защитник Отечества. Правительство подготовило поправки к законопроекту о любительском рыболовстве. Документ предлагает ввести именные сети, а также установить суточные нормы для рыбаков-любителей. Кроме того, законопроект вводит запрет на рыбалку для водолазов. В Кирове в следующем году запланированы две хлебные ярмарки. Их проведение обсудили руководители предприятий хлебопекарной промышленности на встрече в департаменте сельского хозяйства. Одна из ярмарок пройдет в праздник Пасхи 12 апреля, а еще одна состоится 22 августа 2015 года. Местом проведения станет театральная площадь.